Добрый день, друзья! Приветствую вас на канале Boston Technic. Меня зовут Андрей. Сегодня ваше внимание представляю трактор ТЗ-50. Полноприводный. Полностью в рабочем состоянии. Технически абсолютно исправен. На 100%. За такую технику не стыдно абсолютно. Да, есть, конечно, какие-то моменты по резине. Там есть трещинки, какая-то выработка. Но техника еще походит не один сезон. Показываю салон, сиденье такое. Родные моточасы, фотографии приложу. Дверцы закрываются в отличном состоянии, в рабочем. Сзади установлена проставка. Работала с прессом, пресс-подборщиком рулонным. Такая проставочка. Абсолютно без нареканий. Друзья, кому необходима данная техника, обращайтесь. Трактор у нас 93-го года выпуска, но для этих годов он просто в идеальном состоянии, могу сказать. Не стали его красить, перекрашивать, намывать, чтобы было видно. Кому необходима данная техника, обращайтесь обязательно. На стартере показываю, стартер. Да. Купить можно, приобрести по безналу, за наличный расчет. Любая форма оплаты приветствуется. Мы находимся в городе Волгоград, улица Историческая, 183. Обязательно приезжайте к нам в гости, все вам покажем и расскажем. По запросу предоставим обязательно техническое видео с запуском трактора. Трактор в этом сезоне работал. Без проблем заводится. Так что, друзья, обращайтесь, не стесняйтесь. Спасибо за внимание. До новых встреч.